Тело молодой женщины и 6-летнего ребенка нашли в съемной квартире в Дербенте. Погибших нашли в квартире дома в Офицерском переулке после того, как госпитализировали в больницу 28-летнюю девушку, которая является матерью пострадавшего ребенка. У нее диагностировали отравление неясного генеза. Все жильцы квартиры прибыли в Дербент из Махачкалы. Точную причину смерти удастся установить после экспертизы. Предполагается, что женщина и ребенок скончались в результате отравления в одном из кафе или от отравления угарным газом. Полицейские проверяют заведение общепита, а также выясняют все обстоятельства случившегося. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек.